смысл, привыкла не то что думать, а знать, что мозговые закономерности, они и отражают картину мира, и отражаются в картине мира. Но вот в мозгу время преобразуется в пространство. На клетках мозга записывается очень многое, что дальше оказывается прошлым. И оно оказывается вот в распределенном пространстве мозга. Но временная структура, возможно, при воспроизведении любая, в том числе и оказывается возможным уход в прошлое. Вот вы дальше копаете и доходите до своего детства, да? По пространству мозга.